Здравствуйте, зрители и подписчики канала «Про цветок». В этом видео я, Пашкевич Анна, и сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как налив кисти томатов. Налив кисти томатов и укрупнение кистей томатов зависит от того, сколько пластических веществ накопили наши листья для того, чтобы ими поделиться с нашими будущими плодами. Поэтому логично, что перед тем, как наше растение вступит в фазу плодоношения, они должны быть хорошо сформированы с вегетативной точки зрения. То есть у них должен быть хорошо нарощенный стебель, также хорошо нарощенные листья. Предугадывая все негативные комментарии, которые посыпятся на предмет того, что если мы будем кормить наши растения для наращивания вегетативной массы, они зажируют, я хочу сказать и предложить приступать к кормлению томатов, направленных на укрупнение и налив кисти уже по мере того, как начнется цветение или завязывание первых двух кистей. Это первая нижняя кисть, первая, вторая. Как правило, они цветут и завязываются практически друг за другом и являются тем сигналом, который говорит нам о том, что необходимо растение начинать подкармливать для будущих интенсивных урожаев. В каких элементах нуждается наше растение для того, чтобы сформировать качественный, хороший урожай? В первую очередь это азот, это и рост, и развитие растения. Также немаловажным элементом на момент цветения и плодообразования является калий, потому что именно калий выступает в качестве того транспортного элемента, который переносит питательные вещества по клеточкам, который участвует непосредственно в наливе наших плодов и формировании хорошего вкуса. Также растению необходимо небольшое количество фосфора для поддержания корневой системы. Помимо этого, наши растения, поскольку мы говорим о томатах, они нуждаются в кальции, поскольку есть такое заболевание, которое называется вершинная гниль. И если у нас наблюдается недостаток кальция в растениях томатов, то, к сожалению, прогрессирует вершинная гниль. Об этом смотрите также на канале «Про цветок». Также для обеспечения качественного, хорошего фотосинтеза томатам необходим магний, потому что магний входит в состав тех клеточек, которые участвуют непосредственно в процессе фотосинтеза. Помимо этого, наверняка всем известны такие элементы, как бор и цинк, которые необходимы растениям для завязывания плодов. Исходя из всех тех элементов, которые я сейчас вам перечислила, необходимо грамотно приступить к кормлению наших томатов. Сначала я бы хотела поговорить о минеральных подкормках. В первую очередь необходимо кормить растения такими компонентами, как, например, калиевая селитра с содержанием калия порядка 46%. Или сульфат калия, там где калия порядка 27%. Из расчета 20 грамм на 10 литров воды и проливаем по пол-литра такого раствора под каждое растение. Вторым компонентом минерального питания мы включим кальциевую селитру, которая содержит порядка 50% кальция. С тем же расчетом 20 грамм на 10 литров воды и проливаем под корень. Третьим компонентом минерального питания будет магниевая селитра, которая содержит магния порядка 16%. Снова в той же дозировке 20 грамм на 10 литров воды и снова проливаем 0,5 литров под корень. Эти основные минеральные компоненты мы будем между собой чередовать и, как правило, вносить их с интенсивностью раз в 5-7 дней и смотреть на то, как будут наши растения отзываться. Возможно, вам потребуется внести последовательно 3 таких подкормки. Может быть, ваше растение хорошо обеспечено некоторыми компонентами еще с момента высадки их в теплицу, и они вам скажут, что им достаточно 2 раз. Вы визуально это поймете по мере того, как начнут утолщаться стебли, по мере того, как листья будут приобретать интенсивно зеленый цвет и будут наливаться последующие плоды на 3, 4, 5 и так далее кистях.
Для того, чтобы поддержать цветки наших растений, не забывайте вносить по листу вещества, которые содержат бор, например, борная кислота из расчета 5 грамм на 10 литров воды, или, например, хелат бора с таким же расчетом 5 грамм на 10 литров воды. Также можно дополнительно вносить туда хелатный цинк в такой же дозировке и компоненты, которые будут профилактически действовать на развитие каких-либо инфекционных заболеваний. Тот же самый фитоспорин, аллерин и гомоир. Все делаем по инструкции. Если вы сторонник органического земледелия и склонны к органическим подкормкам, то схема кормления томатов на момент цветения плодоношения такая. Это может быть зеленое удобрение в соотношении 1 к 5. Это может быть настой конского коровьего навоза ориентировочно в соотношении 1 к 10. Это могут быть настои куриного голубиного помета в соотношении 1 к 15. Этими азотными подкормками будем чередовать подкормки и обычные поливы наших томатов. Также не будем забывать включать в рацион питания растений такой компонент, как зола, из расчета 500 грамм на 10 литров воды, и проливать буквально по пол-литра, пол-литру под каждое растение. Если у вас замульчирована почва в теплице, то тогда можно прибегнуть к такому приему, как поднятие мульчи, просыпание небольшим слоем золы и снова укрывание. Такой прием можно делать несколько раз, 3-4 раза. Как часто и как долго кормить растения органическими подкормками, снова будет определяться тем, в каком состоянии, в каком виде, как вообще будут отзываться ваши растения на эти органические подкормки. Если у вас нет желания или нет возможности кормить последовательно растения различными минеральными удобрениями, то вы можете приобрести уже готовое комплексное минеральное удобрение, но обратить внимание на формулу НПК. Она должна быть из расчета того, что побольше содержится в ней калия, чуть меньше содержится в ней азота и совсем небольшое количество фосфора. Примером таких удобрений может служить удобрение «Мастер» или «Агромастер» с формулой НПК 15-5-30. Также примером подобного удобрения может служить кристаллон томатный с формулой 8-11-37. И если вы примете решение в пользу комплексных минеральных удобрений, то можете немного повысить содержание азота путем внесения 5 граммов на 10 литров воды аммиачной селитры и проливать этим раствором наше растение из расчета 0,5 литров под каждое растение. Для того, чтобы хорошо впитывались соли или минеральные удобрения, необходимо дополнительно вносить в почву гуматные комплексы, например, гумат калия. Таким образом, вы будете активизировать почвенную микрофлору, и ваши минеральные элементы из, может быть, не совсем доступных или из труднодоступных будут становиться легкоусваиваемыми и будут потребляться растениями. Если мы говорим про гумат калия, то это 3-5 грамм на 10 литров воды, то есть цвет хорошо заваренного чая, и поливаем наше растение. Конечно, когда мы выполняем ряд последовательных действий от момента высадки рассады до момента получения урожая, мы всегда надеемся на его максимальное формирование нашими растениями. Поэтому, прежде чем принимать решение в отношении того, как и сколько питать растения, посмотрите на растение, оно само вам обо всем подскажет. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал «Про цветок». Всего доброго, до новых встреч!